власти Украины заявляют об улучшении обстановки в Донбассе, отмечая уменьшение количества обстрелов украинских позиций, заявил в воскресенье официальный представитель администрации президента Украины по вопросам спецоперации Андрей Лысенко. По его словам, за сутки украинские военные зафиксировали 19 обстрелов своих позиций, 3 на Луганском направлении, 15 на Донецком, 1 на Мариупольском в районе поселка Широкино. С чем связано уменьшение интенсивности обстрела, РЕД, нам пока неизвестно, но мы готовы к любому развитию событий, добавил Лысенко. Силовая операция против недовольных госпереворотом жителей Донбасса длится больше года. На переговорах 12 февраля были достигнуты договоренности о прекращении огня, отводе тяжелых вооружений, внесении в Конституцию Украины изменений о децентрализации власти, а также о закреплении особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.